В регионе намерены разработать дополнительные меры поддержки ТОСов. Об этом речь шла на встрече представителей территориальных общественных самоуправлений с главой региона. Сергей Морозов отметил, что ТОСы стали настоящими партнерами в вопросах взаимодействия между жителями и властью. В помощь к уже имеющимся структурам добавится еще одно звено – квартальный уполномоченный. Всего в регионе уже более 300 ТОС заработали спецшколы и ресурсный центр, который позволит оказывать весь спектр услуг от юридических и финансовых вопросов до обучения написанию проектов. Семинары же будут проводиться для представителей и давно созданных органов местного самоуправления, и для новых. ТОСы, они созданы не просто на бумаге, да, ТОСы они помогают нам, помогают, конечно, в селу, и самое главное, это вовлеченные жители в устройство села. Но я думаю, что впереди у нас очень много хорошего, доброго, и вместе с председателем, вместе с членами ТОСа мы сделаем Барышский район краше. Самые активные ТОСы в этот день были награждены благодарственными письмами губернатора области.